14 по 15 ноября в Мордовском университете проходила Всероссийская научная конференция «Молодежь развитию региона». Она является аккредитованным мероприятием программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса «Умник» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 14 ноября прошел очередной отбор молодежных инновационных проектов. Я сегодня представляю по проект. Это аксессуар для мобильного устройства Alcatesser Alka-i. То есть мы, можно так сказать, пересмотрели концепцию алкотестеров и создали алкотестер, который подключается к мобильному телефону. То есть это вы покупаете аксессуар, подключаете его к мобильному телефону, и у вас, можно сказать, полнофункциональный алкотестер, который может записывать показания на телефон, сохранять их и распечатать в виде таблиц. Ну, он имеет массу преимуществ, которые на данный момент алкотестеры не могут реализовать. Отбор прошел по 5 направлениям: биотехнологии, информационные технологии, медицина будущего, новые приборы и аппаратные комплексы, современные материалы и технологии их создания. На суд экспертов были представлены многочисленные проекты, имеющие прикладное значение.